И всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Змей 650, и сегодня я вам буду показывать обзор на моды. Почему меня так долго не было? Потому что переустанавливался Windows, во-первых, я болел, переустанавливался Windows, и микрофон был сломанный. Сейчас я с новыми силами, с новым микрофоном, с новым Windows буду вам показывать свои моды. Первый мод. Это мод на вот такие, хотя, сейчас, вот на такие рюкзаки. Это только надевается на выживание, а вот еще такие рюкзаки есть. Вот, вот смотрите. Их еще можно надеть вот так вот, или вот так, ой, вот так вот, вот, красный рюкзак. Так, ну вот так он, короче, держится. Второй мод показывает в себе пароли. И камеры тут различные есть. Вот. Security камера. И монитор. Вот. Я ставлю камеру и делаю вот так вот. Показывает. Только меня здесь видно не будет. Что это такое? N Night Vision. Night Vision, он сейчас пока что не работает. Короче, потому что сейчас не ночь. Всякие пароли вот можно поставить. Как у компота. Блин, я забыл, как он пишется. Ладно. Если вы туда на выживание и проходите Майнкрафт вот с этим модом, запишите этот мод куда-нибудь. Фу ты, пароль свой. Вот тут такие сундуки, есть ключ-карты для дверей. Тут есть слизни такие, давайте я их уберу. Хотя, ладно, не буду убирать. Второй мод, вот это вот на мины мод, короче. Второй мод, вот это бронированный железный люк. Что это такое? Я такой мод не видел, ну ладно. Ну, короче, это блоки такие же, только они какие-то странные. Что это такое вообще? Они какие-то здесь... Ладно. Я не буду вам их показывать. Следующий мод Flens. Мод на всякие оружия есть. Вот такое вот оружие есть. АК-74. Есть вообще бизон здесь должен, по-моему, есть. Сейчас. Есть золотой дыгл. Упс. Вот сейчас я найду для вас патроны. Надеюсь, это вообще интересно будет. Или для вас это не интересно. Короче, не найду я патронов. Вот есть такая маленькое оружие МП5. Такое маленькое. Дальше. Такие боксы. Ящики. Для создания оружия. О, мина. Оп. Ладно. Следующее. Это вот это вот есть. Такие машины, такие суперкары есть такие. Вот. Мотоциклы. Здесь такая машинка, вот смотрите. Ездить можно. Колес не двигается, ну ладно. У меня есть еще один мод на машины. Но я вам его самым последним покажу. Есть вот такие вот бомбардировщики, короче, самолетики, машины. Вот такая тоже есть. Следующие. Это у нас вот детали. Тут есть парашют, вот парашют. Стекловолокна. Стекловолокна, ну-ка. Для чего они? Стекловолокна. Ладно, вот такой парашют я сейчас вам продемонстрирую, как он делает, как он используется. Странно. Не работает. Вот сейчас. Короче, это парашют сломанный.
Тут это, короче, это все в одном, короче, фленс. Вот ящик. Опять есть тут такая броня, есть экзоскелет, есть, который делает тебя быстрым. Ну-ка, во. Вот так вот, короче. Еще эти оружия можно класть. Класть. Смотрите, сейчас покажу. Рам. Можно на рамку класть. Сейчас. Ну, вы, наверное, тоже знаете. Да, можно. Вот, на рамку класть можно. Модифицированная. Следующий мод это мод на Modern Warfare 3D. Поля, тополя, вот это вот, вот эта вот фигня. У меня даже есть РПГ. Во. РПГ. Есть Эйскар, Эйсер, Эйси, Эйсер, блин. Есть такое вот оружие. Во. Но очень ужасно, оно очень страшно. Есть даже пулемет, по-моему, пулемет, да. Для него нам нужно 50 РНД. РНД. 792 икс 57. Вот, для этого пулемета вот сейчас. Сейчас кое-что сделаем. Вот, перезарядил, сейчас постреляем. Даже здесь в этом моде есть такая штуковина, что аж можно лечь. Вот. Всего 50 патронов в этом моде. Вот есть тут патроны эти. Есть приглады, там прицелы, гранатки есть. Вот смотрите. Вот это вот томовая. Вот эту я не буду показывать, потому что она опасная. Вообще. Опа, взорвалась. Это точно взорвется. Опа, сразу прям. Оп. А это сейчас дым сделать. Вот. Короче, что у нас получается? Есть вот эта штуковина, вот. Как сказать. Это что такое? Ладно. Вот этот мод. Это даже не самый последний. На машины, вот. Ну, не на машины, на любое там этот. Например, вот. Катамаран, квадроцикл. Вот, на них можно ездить и можно рулить. Вот, как видите, я рулю. У меня лагает, потому что я с бандикама снимаю, может быть, или нет. Не за этого, ладно. Следующий мод. Вот. Chisel Bits. Можно ломать такие блочки, вот так вот маленькие. Можно даже строить этими блоками. Вот это доски, да? Вот, короче. Вот такая палка у нас получилась. Можно ее вот так вот также скопировать. И оно у вас появится здесь. Не, ладно. И на NPC я вам не буду показывать. Ну, тут NPC, вот эти тоже так же, как игроки, только это NPC, вот. Их можно заставить разговаривать. И все, что хотите с ними делайте, короче. А я надену. Надену. Костюм Санты. Вот здесь даже такой плащ. Мне он нравится. Очень сильно нравится этот плащ. На нем он сидит хорошо. Костюм Санты.
Вот плащ какой. О, какой красивый плащ. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия... На этом наш ролик подходит к концу. Почему я привык говорить, наша серия подходит к концу. На этом наш ролик подходит к концу. Хотите, скачивайте. Вот, даже может на паузу поставить. Это называется Modern Warfare. Это и так уже понятно. Это называется Chainical Flans Mod. Flans Pack можно даже скачать. Ну, короче, на этом наш ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте жать на колокольчик, конечно же. И всем пока. Пока-пока.